Здравствуйте, я Зундыл Ама, гороскоп Зурхан на телеканале АТВ. 31 мая, 9 лунный день стихии Металл, в честь белых манга. День успешный для людей, родившихся в год дракона. Хороший день, чтобы заниматься государственными делами, встретиться с высокопоставленными людьми. Прошение и получение наставления пойдут на пользу. Благоприятно сегодня делать подношения и становиться монахом. День благоприятен, чтобы дарить окружающим счастье и радость. Также хорошо сеять зерновые и сажать деревья. День неблагоприятен для поминок и клятв. Нежелательно начинать семейную жизнь, играть свадьбу. Нельзя сегодня ссориться, осуждать, ругать кого-то. Дорогу тоже стоит отложить. Стрижка волос к небольшой болезни. Помните, слово удержанное – твой раб, слово вырвавшееся у тебя – твой господин. Интернет-магазин «Абсолют». Доставка продуктов прямо к вам домой. Цены, как в магазине. Быстро, удобно и просто. tgabsolut-shop.ru